Всем доброе утро. Сегодня 5 января 2021 года. И наши чихуашечки передают вам привет. Теплый-теплый привет из Крыма. Царица, не извини. Желаю доброго дня, хорошего настроения. Вот такое у нас веселье. Девчоночки, толстушечки. Жас, как всегда, пасется у нас тут. Да, девочка моя? Рошель, как всегда, боится, что она последняя домой зайдет. Не волнуйся. Чекуся, Сабина идет к нам. Сабина идет к нам. Вот это жара, ребята. Ну, это просто филечка. Чук-чук-чук, скорее, малыши. Сейчас покажу вам наших мальчиков. Филечка сразу на солнышко с Жориком. Да, и Елисей прибежал, и Радуся, и Юля, и Жасмин. Нет, ну, пойдем домой. Пойдем опять. Так, где малыши? Чика, кто это у нас? Чика, кто это у нас? Это Космос. Где Феодосия? Вот и Феодосия прибежала. Вот и Анфиса. Кто мои хорошие? Кто мои хорошие самые? Царица важная, самая важная на белом свете. Да. Чекуся, привет! Очень-очень тепло. Ну, уже по привычке пойдем посмотрим, сколько градусов. Ну, в тени, как обычно, 12. А на солнышке, ой, ну, за 20 точно, потому что очень тепло. Очень-очень тепло. Положим и измерим. А космосу интересно. Ой, как интересно, что здесь такое положила я. Угу. Вот измерим и следующее видео снимем. Сколько градусов тепла 5 января 2021 года.